Так, ребят, всем привет. Охочусь сегодня на уток. Ой, на уток, на гусей. На каких уток. Так, ну что ж, сколько я взял-то? Штук 5-то взял, наверное. 4 здесь точно вижу. И одна там, пятая лежит. Давайте посмотрим. Во, ничего себе, тут прямо показано теперь как. Прямо сколько дробинок аж прошло, да? Самочка. Забираем. Да, сейчас они сделали вот как аж. Раньше просто показана была одна стрелка, да? Сейчас прям аж конкретно тут. Самец, кстати. Самец. Так, самочка. Самочка. О, самец на золото, на золото. Кстати, слышу это. Давайте сделаем чучело. Принять. Да-да-да, тут этот. Как его? Не то, не то. Лань. Впереди лань. А там где-то гусь лежит у меня, да? Надо запомнить, что у меня где-то получается на северо-запад лежит трофей, его нужно будет подобрать. Тут лань где-то. Пока останусь здесь, потому что пока я снаряжался, здесь очень много стай прошло. Ну и также здесь где-то лань, поэтому нужно, я думаю, подождать. Если она выйдет, то мы ее заберем. Так. Что у меня... О, и хорошо, что позволяет с бинокля смотреть. Потому что бывает такой ракурс, что, допустим, видите, вниз не опустить, к примеру. Вот, допустим, вот сюда смотришь, все. Не позволяет. А вот здесь, так как здесь выше, здесь нормально. Если лань выйдет, я ее прекрасно буду... Вот она! Это самка. Но, мне кажется, кричал самец. Потому что звук такой был. Самца. Так, вот. Кто, кто? Самец? Нет, это та самка бежит. Целое стадо. Самок пока вышло. Ну, самец, как обычно, скорее всего, где-то позади. Вижу пока 6 самок в итоге. Нужно дожидаться самца, когда самец объявится. Самое главное его сейчас не пропустить. Вот. Пока только самки вышли. Прямо в упор подходит. Можно погладить. Так, или самца с ними нету. Так, самок вижу. А вот где самец? Еще самки, да? Неужели самца с ними нету? Там тоже самка стоит. Ну да. Вот он, вот он. Вот он, парняга-то. Вот он. Вот он мне-то и нужен. На 75 ставим. Тихо, 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 тихо. Самка, уйди. Эх, не тот манок, пятерочка. Есть самец все-таки. Т
Так, он где-то вот здесь где-то был. Вон он. Вот он. Боится, боится что-то подходить. Хотя ветер не в ихнюю сторону. Все равно сейчас гусей пока нету. Нужно попробовать забрать самца лани. Где он там? Где-то здесь вот был. Вот он. Все, вот он лежит, рога его. Отлично. Замечательно, взяли самца лани. Давайте заодно и гуся, там где-то гусь должен лежать еще. Трофей подберем. Хороший такой самец. На серебро. На серебро, к сожалению. Но такой хороший, хороший такой. Так, тут где-то вот он этот гусь. Вот он этот гусь, которого я с винтовки уже снял. Это самец был. Конечно. Еще. Погоди-ка, это самки были или самец? А, это те самки, это группа. Но с ними больше нету самца. С ними больше нет самца. Так, да, самки ругаются. Кстати, тут точно больше нет трофеев вот в этой стороне. Что-то пролетов больше нету. Так, есть еще один трофей все-таки. Значит, я 6 взял. Это шестая. Шестой гусь. Самочка. Замечательно. Забираем. Так, ребята, я переместился на другое место. Дождался, вот летит стайка. Сейчас посмотрим, будет ли она садиться. Да, они разворачиваются, значит, пойдут на посадку. Заходит, заходит. Есть раненые. Так, где? Да ё-моё. Вон упустил. Ну, далековато уже. Далековато. Потерял из виду просто. Ну да ладно. Так, где? Уберим. Выходим.
Ну, там две раненые пошли. Они могут чуть дальше упасть, кстати, на золото самец. Самочка. Да, вон на поле лежит. Одного вижу точно. Ух, этому. Самка. Вижу, на поле одного лежит. Все-таки упал. Второй может, кстати, тоже где-нибудь там дальше только лежать. Погоди-ка, или это не гусь? Да не, гусь. Вроде пока тишина, да? Давайте. А, вот один. Здесь еще лежит. Самочка. Далековато, да. Тот ушел раненый. Впереди леса где-то, да? Это такой светленький окрас у него, самец. Светлого окраса такой был. В конце покажу места, где я охочусь. Но у меня, как бы, в отличие от уток, как бы гуси. На гусе, где я охочусь, вроде бы не так разбросано по карте. Так, ребята, идет еще одна группа. Так, разворачиваются. Значит, будут садиться. Так, оружие проверяем. Куда ты сел? Убери. Так, довольно-таки близко сел. Как бы не спугнул. Да, надо брать. Это сейчас прямо на меня сядет. Они сейчас взлетят. Винтовку. Где? Потерял из виду. Ху-ху-ху, вот это да. Трех с винтовки взял. Так. Заряжаем. Самочка.
самка. Так, тут точно нету. Да, на такую дистанцию хорошо бы сейчас это. Надо сейчас квадрик взять, потому что гусей собирать, если они далеко уходят, лучше всего на квадрике. А здесь прямо одна дробинка зашла ей. Давайте берем квадрик, потому что бегать по кустам там, кто его знает, они могут и на 150 метров уйти. Так, берем, как обычно, красного цвета. Опа, а я еще с в африканской одежде. Ага, они сразу двое здесь легли. Довольно-таки близко. Так, еще, по-моему, где-то должен. А, этот... Это вот дробью получается, да? Бонус за состояние, тогда непонятно. Я раненого добивал, что ли? Потому что показано. Вот это пули уже. Так, надо еще вот здесь чуть дальше проехать, посмотреть. Точно здесь никого нету. Ага, вот лежит. Самочка. Забираем. Ну, вроде бы больше не должно здесь лежать. Ага, вижу. На дороге лежит один. Есть такое дело. Самец. Конечно, вот эту винтовку, с этой винтовки я брал не на гусей ее, а на... Как раз на лань всякие вот эти вот... Благородно, если выйдет. Так. Вот, смотрите, карта. Вот. Вот такой вот райончик, в котором я всего лишь на гусей охочусь. 5 палаток у меня. А вот сама карта. Понимаете, да? Я охочусь всего на гусей вот в таком маленьком райончике. Вот. Вот сейчас, где мы находимся, возле этого озера. Тут буквально самые первые поля от озера, если брать. Второй чуть дальше находится, вот здесь вот. Здесь вот можно ориентироваться по этим дорожкам. Еще один вот. Вот здесь у меня стоит. Вот эти поля. Буквально рядышком тоже. Вот здесь вот. И вот здесь еще одно место. Давайте туда сейчас и переместимся. Эй, дай мне переместиться. Что за дела? Не нужна мне маршрутка. Да ё-моё. Непонятно, почему не дает переместиться мне туда. Давайте переместимся на другое место.
Эх, вот здесь, да, тоже низина получается там, и с бинокля не очень удобно смотреть. Лань. Да, в той стороне, я знаю, частенько лани выходят. Так, идет стая гусей. Давайте посмотрим, будет ли она заходить на посадочку. Да, заходят на разворот. Сколько их? 7 штук получается. Так, может их... Не, в лед их сейчас не возьмешь. Далековато. По ветру садятся. Сейчас могут почувствовать и взлететь. Да, довольно-таки близко, чуть ли не на голову. Вот это сейчас гусьдёру даст. И вот этот. Где еще гусь? Вон, пошел. Где? Опять я потерял из виду. Но там раненый вроде пошел один. Остальных вроде успел. Но шестерых-то точно должен был успеть взять. Прочувствовали, сразу пошли на взлет они. Так, забираем. В отличие от уток, гуси, да, они чуть что сразу все взлетают. Утки-то они могут там одна взлететь и все, а вот эти сразу стаи уходят. Так, забираем. Давайте пробежимся, все-таки посмотрим в этой стороне. Может быть, здесь день то подранок упал. Но вроде не видно. Так, а здесь группа ланей проходила. Вроде нету здесь гусей, потому что я уже до сюда аж дошел. Так, ну, на сегодня, я думаю, достаточно. В принципе, трофеев нормально я взял. Плюс одна лань. Давайте посмотрим, сколько я гусей взял. Наверное, около, ну, штук 15 точно должен был взять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 штук. 19 штук. 19 казарок. Плюс одна лань. Плюс одна лань. Так, ну что, ребята, на этом все. Вот такая была охота на канадскую казарку. А всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.